На территории города Раменское проходят финальные соревнования 4-й летней спартакиады молодежи России 2018 года. С 24 по 27 июля во Дворце спорта Борисоглебский соревнуются спортсмены по прыжкам на батуте. В этом виде программы принимает участие более 100 человек из 26 регионов России. На самом деле это очень интересно, очень зрелищно, поэтому все, кто еще не попал сегодня на соревнования, приглашаю завтра. С 10 часов начнутся полуфиналы и до 2 часов будут продолжаться финалы. Приходите посмотреть сюда, в наш любимый дворец спорта Борисоглебский. Ну и в 3 часа будет награждение. Надеюсь, что наши подмосковные спортсмены войдут в призеры и этого вида соревнований.